Те щеточки, которые достали из ямы, нужно было замочить. Замочили в воде, в ведре буквально. Постояли они сколько-то. И начинаете мыть их. Тупо мыть щеточкой. Чем чище моете, тем они потом лучше получится. Вот, у них уже вид божеский начинает получаться. Там, где нужно получше вымыть, это широкая щетка, можно зубной щеточкой чистить. Если кристаллы не очень нежные, ну вот что-то вроде такого, можете металлической щеткой пройтись в тех местах. Вот, когда вы все это вымыли, может быть, не один раз придется мыть. Можно загрузить уже в ведро. Ведро, но ни в коем случае не металлическое, потому что щавелевку будете заливать. Складывайте. Аккуратно вымытые щеточки. Аккуратным образом, самым. Когда сложили, нужно заготовить раствор щавелевки. Литра на 3-4 я беру, ну, ложки 3 столовые щавелевки. Ну, вот примерно есть у меня такая деревянная бодейка. Одно, две. Вот даже получилось 2 с лишним, тут третья с бугром. Размешиваем. Хорошо размешивается. Даже если что-то не размешалось, ничего страшного. Пластмассовая таре или деревянной ложкой, или таре из нержавейки, потому что с железом начинает реагировать. Когда вы все это сделали, ох, какая она тяжелая. Заливаем эти щетки. Щеточки залили, кристаллы, будь что будет, и ставите их куда-нибудь не на мороз, ну, желательно в теплое место. Если попало на руку или что-то, промойте водой, ничего страшного здесь нет. В следующем видео покажу, что получилось из этих щеток.